В этом году исполнится 139 лет. Прибываю в стране четвертый раз. И четвертый раз с удовольствием иду, потому что святое место для корейского народа является, а корейский народ — это для меня дружественный народ, поэтому я с удовольствием иду и как бы нахожу здесь вдохновение и набираю сил для дальнейших хороших поступков во благо двух народов — России и Кореи. Но мы в том году еще приезжали сюда, нам понравилось тут очень. Да, тут очень красивая природа, красивая, деревья всякие. Архитектура тоже, да, очень красивая. Да, архитектура, памятники. Вот в том году были на монументе Идзи Чучхе, вот в этом году очень тоже хотим на нем побывать. Понравилось Пхеньян, весь видно с него. Мангюнде тоже красиво, тут старинные всякие чаны, предметы.